spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена серия мультипликаторных катушек Revo SX от шведской компании Abu Garcia. В линейку вошли три модели весом 189 граммов каждая. Две из них с передаточным числом 6,4 к 1 выполнены в лево и правой руком варианте. Третья имеет сокращение HS в названии, говорящее о более высокой передатке, равной 7,1 к 1. Давайте поближе рассмотрим катушку с индексом RVO3SXL. Перед нами современный низкопрофильный мультипликатор со стильным дизайном и выполненный в черном цвете с красными вставками. Чтобы снизить массу катушки и защитить основные части от коррозии, при изготовлении корпуса используется алюминиевый сплав X2 Crafting. А вот боковые крышки сделаны из графита с маркировкой C6. Внутри расположен надежный механизм с бронзовой шестерней D2 Gear Design. Еще отметим наличие 10 подшипников. 9 из них HPCR из нержавеющей стали и один роликовый. Система лесоукладчика с бесконечным винтом является отключаемой и во время заброса остается неподвижной. Обратите внимание, глазок имеет титановое напыление, что в свою очередь уменьшает трение и позволяет использовать плетеные шнуры. Для разблокировки шпули нажмите на клавишу, расположенную в задней части. Теперь она свободно вращается и позволяет произвести заброс. После проворачивания рукоятки механизм возвращается в режим намотки. Эргономичная металлическая рукоять имеет изогнутый профиль и оснащается двумя плоскими прорезиненными кнопками. За один оборот выбирается либо 66, либо 74 см шнура. Также предусмотрена система антиреверса. Далее находится звездочка регулировки фрикционного тормоза Carbon Matrix, способного выдерживать максимальные нагрузки до 9 кг. И что очень удобно, фрикцион оснащен специальной системой, создающий щелчки при его использовании. Более того, находящийся рядом регулятор осевого тормоза также имеет микроклик. Это позволяет произвести более точную настройку данных узлов. На противоположной крышке расположен переключатель магнитного тормоза MagTrax. С его помощью можно настроить катушку под ваши условия ловли, увеличить дальность полета приманки и свести к минимуму количество перебежек. Чтобы снять боковую крышку, нам необходимо открутить и оттянуть в сторону среднюю планку. Хорошо, что головка винта рифленая, и данные манипуляции не требуют применения инструмента. Теперь поворачиваем деталь вверх и аккуратно снимаем. Катушка комплектуется металлической перфорированной шпулей Infini 2 массой около 16 граммов. Весоемкость всех модификаций составляет 135 метров лески толщиной 0,32 мм. В комплекте идет небольшой пузырек с жидким маслом. Если катушку регулярно смазывать и вовремя проводить ТО, она прослужит вам долгое время. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.